Друзья, всем привет! Сегодня у нас 27 марта. Пришло время высадки виноградных черенков. Вот они у нас. Хочу показать. Я начал доставать с культиватором. Вот такие вот черенки. Такие вот у нас результаты. Корни пошли уже в рост. Кое-где колос очень хороший образовался. Уже пора высаживать, иначе можно все это обломать. Такие вот результаты укоренения. В принципе, это сорт вот преображения. Он ранний сорт. На него я ориентируюсь. Пора уже доставать. Какие-то будет без корешков. Да, более поздние сорта. Или, ну, у всех по-разному идет укоренение у каждого сорта. Ну, лишь бы образовался колос, можно высаживать. Потому что, что я сделал, сейчас покажу вам свой рассадник, назовем его так. Вот у меня доделал я вчера наконец-таки полностью его. Стеллажи, два ряда стеллажей. Здесь везде уложена инфракрасная пленка. Все это теплая, так скажем, вот этот первый уровень верхний, он теплый. Тут у меня вот огурчики растут. Здесь стоит терморегулятор. Сейчас вот температура 21. Такой вот. Вон, я уже заготовил стаканчики. Ну, эта часть будет доставлена почти полностью, весь ряд. У меня их 600, по-моему, 30 по списку. На такое ставим, чтобы температура в корне была не меньше 20 градусов, чтобы корень хорошо развивался у винограда. Далее, высадка. Посаживаю буду вот в такие стаканчики. Ну, что есть, то есть. Как бы хочется повыше, чтобы это было подлиннее, конечно. Но в следующий год буду искать или пакеты, или стаканы, если попаривается, не найду. Грунт. Ну вот я грунт заготовил. Здесь обычный грунт, откуда ли след с посадки. Потом торф нейтральный. Примерно в одинаковом количестве песок. Отработанные грибные блоки. И перлит я добавляю. Вот, видите, может быть, белые вкрапления, это перлит. Грунт хороший получается для всех, в принципе, культур. Примерно одинаковый. И на ежевику, и на виноград делают такой. Ну, высадка уже, в принципе, это ничего сложного. Могу в принципе показать. Сейчас. Резинки я не экономлю, обрезаю. Да еще вот обрезал. Покажу сейчас, какие у нас. Смотрите. Вот такой колос у вас, и корешки пошли. Корешки, конечно, не сильно мощные, но вполне как бы себе достаточные. Но видно, сколько зародышей, так скажем. Очень хороший результат будет. И что немаловажно, верхние почки, смотрите, не тронулись вообще никак. Нижние, да, которые были в тепле, они начали развиваться, мы их удаляем. Вот. Это самый главный фактор. Все силы были направлены на корень. Это, в принципе, один из показателей. Вот еще хочу показать. Смотрите, какие корешки. По сортам, конечно, все это по-разному, да. У всех по-разному это все получается. Вот такие вот результаты. Начинаю высаживать. Все, всем пока. До новых встреч, подписываемся на канал, ставим лайки.